Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я готовлю очень вкусный салатик, так что скорее же начинаем. Для салата мне понадобится сметана, майонез, сыр, сырокопченая колбаса, свежий огурец, консервированный зеленый горошек, молоко, яйца, красный лук, горчица зернистая, обычная горчица, растительное масло, уксус, молотый черный перец, соль, сахар. Красный лук я буду мариновать, нарезаю его полукольцами, заливаю лук горячей водой, добавляю уксус, соль и сахар. Перемешиваю и отставляю на минуты 2-3 замариноваться. Теперь я приготовлю яичный блин. Вбиваю яйца, добавляю щепотку соли, немного молотого перца. И теперь добавляю молоко. Перемешиваю. Разогреваю сковороду, наливаю растительное масло. И выливаю яичную смесь. И накрываю крышкой. И теперь переворачиваю на другую сторону и выключаю огонь. Пока яичный блин остывает, я подготовлю следующие ингредиенты. Нарежу огурец соломкой. Нарезанный огурец отправляю в салатник. Зеленый горошек туда же. Маринованный лук. Жидкость я всю удалила. Теперь нарезаю колбасу. Вместо сырокопченой колбасы можно использовать отварную говядину, либо куриную грудку. Колбасу я тоже нарезаю соломкой. Теперь нарезанную колбасу отправляю в салатник. Сыр натираю на крупную терку, прям в салатник. Ну и теперь нарезаю остывший яичный блин. Нарезанный яичный блин отправляю в салатник. К сметане добавляю пару ложек майонеза. Ложку зернистой горчицы. И пол чайной ложки обычной жгучей горчицы. Щепотку соли. Все перемешиваю и заправляю салат. Заправляю и перемешиваю. Это очень вкусный салатик. Желаю всем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. А я прощаюсь всех. Пока.